Всем добрый день! Сегодня так хорошо солнечно. Вот даже не знаю, получится у меня снимок или не получится. Уж слишком солнечно. Тут сейчас мои птички такой базар устроили. Так они кричали, как бы радовались чему-то. Какой-то у них праздник, что ли. Ну-ка, Тоша, ты чего там опять сидишь в гнездышке? Выскочил. Ну-ка, сейчас мы посмотрим Дашулечку. Что наша там Дашулька делает? Ты мой зайчик, у нас уже 5 штук яичек. Вот она прям показала. Слезла с яиц и показала. Только мало отвали, да? Моя красавица. Ксюша золотулька такая. Так, посмотрели. Яичек у нас 5. Тоша, ну ты чего там сидишь постоянно? А, Тошенька, постоянно сидит у нее там в гнездышке, поет ей серенады, развлекает. Тоша, иди сюда. Я хочу на тебя посмотреть. Не хочет Тошечка. Ну, прям такая погода солнечная, прекрасно вообще. Но зато на улице минус 18. Вот. Кирюшка так и не уговорил. Все еще мучается бедняжка. Так мне его жалко. Кирюшечка. Не завидую я тебе, бедняжка такой. Вот сделали вчера перестановку в гнездышке. Лестницу опустила вниз, чтобы Кирюшке было удобнее туда заглядывать. Он постоянно заглядывает в гнездышко вместо Ксюши. Вот и опять туда заглянет, ее туда манит, но она ни в какую. Вот. Кормил ее сегодня. Но, правда, она ему подсказала, что ее нужно кормить яйцами. Подошла к своей кормушке, клюнула один раз и отошла. И потом он уже туда пошел и давай. И этот кормит ее теперь яйцами. Вот. А то, мол, одними зернышками, даже кашкой не кормил. И кашку, и зернышки, все нужно. Там он у нас перчик лежит, семена перца сладкого. Так что, ну прям такое солнце. Вот он, вот. Этот самый минералы кушает. А то тоже не это, когда я его купила, он первые дни даже туда не заглядывал. Сейчас более-менее стал как-то. Мой красавчик. Такой красотулька, прям так камеру засвечивает. А с другой стороны никак у меня не получается. Там у меня окно. Вот так что у нас уже 5 штук яиц. Это точно. Вчера она сидела, несла яйцо, поэтому 4 были в стороне, а она сидела, 5-е несла. А я не догадывалась. Ну вот, теперь будем знать. Ну-ка, Тоша, покажи-ка, как ты ее любишь. Вот он ее кормит. Вот, наконец-то поймала я момент, когда он ее кормит. Я-то сама видела много раз, а вот вам показать. Вот, она все-таки принимает, значит, он ей люб. Вот, но... Значит, прогресс будет. Будем ждать и надеяться. Так что... Всем спасибо за лайки. Спасибо, кто подписался. Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки.
Они у меня просто вот как бы мне придают энергию. Как только я просыпаюсь, сразу к ним, и посмотрев на них, и у меня у самой настроение поднимается, и энергии становится больше. Тошка, Тошка, ну прям совсем замученный стал, совсем. Извелся, бедняжка, ее кормит. Там прям все перед ней расстилается, все для нее. Ты хоть для себя немножечко сделай. Ну, ты мой золотулька такой. Прям жалко мне тебя, малышка. Ну, на этом я заканчиваю. Всем еще раз спасибо. Подписывайтесь на мой канал. И я буду снимать дальше для вас эти видео. Пока-пока.